Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в God of War 3 часть. Ребята, идем. Кратос вышел с лабиринта, Пандора с ним, в общем, мы куда-то наверх вылезли. Цепь, Кратос. Отец говорил мне, что на ней покоится равновесие сил на Олимпе. Ага, что там? Порви цепь, чтобы поднять лабиринт. Поднять лабиринт? А как порвать-то? Такая цепь... Жди здесь. Это тебе не маленькая цепочечка-то, которую можно просто... Ой, я полетел куда-то, смотри. Давай пробовать, ну это мне... Как ее разбить, эту цепь-то? Все, полетели, полет. Полет, ребята. Как же пролететь здесь так аккуратненько, чтобы мне не врезаться? Чтобы аккуратно пролететь. Так, 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 так. Что-то совсем узенько тут стало, ребята. Прошиб просто все. Да больно же так. Еще камни какие-то огненные летят. Я не вижу ярко здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда дальше? Летим. Летим, 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 летим. Как же тут узко-то, а? Хорош, ты чё? Так и разбиться можно же. Да ну нельзя так врезаться, аккуратно. Ну вот цепочка, да, длинная, здоровая. Не знаю, куда, кстати, он полетел. Зачем именно надо куда-то лететь? Чтоб цепь сломать. Что Кратос задумал, мы сейчас узнаем. Ай, больно. Да, капец, вообще длинная цепь. Ну вот здесь хотя бы препятствий никаких нету, просто по ровной летим. А, это вон мы, получается, спустились в этот, вниз. Это где царство Аида было. На самый низ мы спустились. Хорош, собачка, ты чё? На, вот так. Еще супер удар. Чё, нам магии жалко, что ли? Сейчас используем. На, держи. Подожди-ка. Минус одна голова. Три головы хорошо, а вот две лучше. Две лучше, так. Эй. Ну-ка, ну-ка, давай. Подожди-ка, супер удар использую. Отлетел сразу, да? Собачка, ты меня достала уже. Иди сюда. Две головы хорошо, одна лучше, да? Вот так. Сначала было три, потом две. Пока что одна осталась. Да хорош, а! Хоть из лука пострелять. Давно из лука не стрелял. Ну, давай, пошли вот так. Может взять оружие какое-то другое? Что это, клинки? Ну-ка, давай сразу кулаками будем бить. Идите нафиг, что-то много вас, ребята, опять толпа началась. Эти, смотри, рогатые козлы какие-то пришли. Не до собаки добраться надо. Есть, попал. Одна голова хорошо, а без головы вообще лучше. Вот такая вот история, ребята. Эй, козлорогатый. Так, ну мы зачем-то же сюда пришли. А зачем? Чтобы цепь разрушить. Вот и все дела, ребята. Цепь сейчас чуть сдвинется, и лабиринт этот
куда-то переместиться. А, вот надо разрушить вот здесь. Основание цепи. Просто сейчас ее будем бить и все. Ну-ка на кнопку еще раз нажми. С одной стороны у нас покраснела цепь. Так, я не совсем понял. Надо как-то с двух сторон, что ли, чтобы он бил. Есть вариант, конечно, вот. Нет, не то. Сундук стоит. А мы сундук-то не увидели даже. Смотри, они руки-то отпускают. Руки отпускают. И в этот момент надо... Надо бить цепочку. Сундук стоит. Почему здесь я не был? Почему тут я не был? Так. Давай магию восстановим. А, тут только жизни. Ладно, пусть жизни. А вот сюда можно зайти. Ну, мы зашли. А, стоп. Смотри, мы, получается, можем... Вот здесь что-то сделать. Разрушить. Смотри, чтобы он отпустил свою руку. Хватку-то убрать надо. Это один бог получается. Или кто? Судья это как он называется? Судьи держат цепочку. Ну, начинается тут. Собак прислали за мной. Вы чё? Дайте мне уйти спокойно, а? А вон туда как попасть? А, почему? А я здесь вообще не был, в принципе, да? Ну, давай зачитаем, что тут написано. Три судьи, царь Минос, царь Эк и царь Радамант... Судят каждую душу, вошедшую. Так, те, кто достоин, отправляются в Элизиум. А, ну это мы были, по-моему. Я был, но почему-то... Слушай, отвали, а! Сейчас светану и тебя побьем. Вот так. Вот, все. Я полагаю, надо туда перепрыгнуть. Но надо лететь. Аккуратно. Полетел? Да, все получилось. Ребзики, здорово! Вы что тут заскучали без меня, да? Сейчас пог... Ты меня не толкай там край вообще уже, ты чё? Сам полетишь туда, понял? Улетел и правда. Так. Второго судью надо тоже убрать. От цепочки. Еще один остался. Как до него добраться? А, ну мы по кругу сейчас пройдем и доберемся. Вон, смотри, тут еще кувшины какие-то стоят. Надо забрать. Опыта, кстати, уже дофига. Можно там развить. Все, окончательно клинки разобьем. И все, у меня, по-моему, все развито. По максимуму приз получен. По максимуму все развили. Че, правда, все оружие по максимуму? Да, слушай, и правда. И правда все развито. Ну все, опыт получается, можно уже даже не собирать. Вот так. Стоп, сходи сюда, вот здесь кувшины. А, еще куда-то можно. Эй, козлобородый, ты че? Пришел со своей секирой тут. Эй, не-не-не. А, подожди, здесь есть сундук. Отлично, рок Минотавра, ребята. И на этот раз у нас улучшается желтая вот эта полосочка. Правда, что-то маловато все равно развито. Как-то где-то я, наверное, сундуков куча не насобирал. Огонь, крики, мне страшно, почему отец не защитил нас? Судьи велели мне отправляться в Элизиум. Сказали, что там хорошо.
Но я скучаю по своей семье. Угу. Давай, давай рычаг дернем. Так, рычаг дернули и куда вышли? А, ну сюда, сюда мы вниз и вышли, но подожди. Мы еще с судьей там не разобрались наверху. Ребята, здорово снова вам. Как-то вниз надо попасть, я вижу, что внизу синие камни вот эти в судье, так сказать. Козлобородый, вы меня уже тут достали. Почему вас так долго бить надо, а? Крепкие ребята, а? Ты посмотри на них. Хорош, ты чё? А если я так сделаю? На! Вниз, как вниз упасть? Не пойму, как надо пройти как-то туда. Так, ну не отсюда, потому что здесь... Здесь не получается. А как? А как? Почему он вниз не падает? Может, из лука получится попасть? Не, не попадает. Остался держать один, получается, всего. Он нагибается, но я успею ли я добежать? А как мне туда запрыгнуть-то? Он вернулся в исходное положение. Так, где-то я что-то проследил. Какой-то момент упустил. Ну-ка, как мне туда забраться-то? Вон внизу... Внизу платформа есть. Но как туда спуститься? Может, здесь что-нибудь разрушить, а? А-а-а, я туплю, вот же. Вот и все. Да спустись ты уже, все, давай, доделаем. Готов, цепь отпустите, ребята, все, надо цепочку эту разорвать. Окончательно. Поползли, возвращаемся туда. И уничтожаем цепочку. Так-то все логично, да. Все, все по идее, все логично, все быстро. Давай, разрушаем ее. И цепочка, которая многие века держала, соединяла, так сказать, миры. Все, она рухнула, ребята. И все благодаря Кратосу. Разрушена цепочка. Ну вот статуя Пандоры еще тут сидит. Похоже, сейчас с Зевсом будем биться.
И полетели обратно. Приз получен, 3 мудреца. Бегу, 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 лечу. Да и так уже скорее, куда можно быстрее-то. Смотри, на меня, я туда летел, вниз все камни падали, а теперь я наверх поднимаюсь. Теперь, получается, они на меня летят, еще не только камни, еще доски. Ё-моё, как узко стало, а. Хорош там сбрасывать, вы что, ребята, кто там кидается? Дайте мне долететь нормально. Сейчас с Зевсом разберемся. Ну, в этот раз я быстро полетел, все, то есть спускаться было дольше, тяжелее. Пандора! Пандора, ты где? Пандора! Опять, наверное, Зевс уже пришел сюда. Афина! Все хорошо, Кратос. Помни о своей цели, спартанец. Помни, что тебе пришлось вынести. Скрепи сердце, спартанец. Ты знаешь, что должен сделать. Я подниму лабиринт. Я доставлю ее туда, где ее место. Доставим, ребята, но это будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И всем удачи, всем пока.